А уже следующие праздничные выходные должны порадовать красноярцев солнечной погодой. Такой прогноз дают синоптики о том, когда столбик термометра поползет вверх. Прямо сейчас готов рассказать специалист гидрометцентра Иван Гордеев. Он на связи со студией. Иван, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, а какой будет эта неделя? Добрый вечер. На предстоящей неделе погода сохранится близко к средним многолетним значениям. До четверга все так же будет северо-западный преобладающий перенос воздушных масс, а вместе с ним и прохладный воздух, и пасмурная погода. Но на этой неделе все-таки наметится тенденция на некоторое улучшение погоды. В начале же недели все так же дневное время от плюс 8 до плюс 10 градусов. По ночам все так же около нуля. Пасмурное небо, небольшие дожди, и все еще сохраняется вероятность небольшого мокрого снега. Но вот уже с пятницы по ночам устойчивый плюс. И в дневное время температура воздуха уже перевалит через отметку плюс 10 градусов. Окна между дождями станут все более продолжительными, и сами осадки уже будут сходить на нет. А вот на выходные мы и вовсе предварительно ожидаем значительное улучшение погоды. Дневной прогрев до плюс 16, плюс 18 градусов. И, вероятно, в субботу будет без осадков. А в воскресенье в связи с прохождением атмосферного фронта ожидаем вновь небольшой дождь. И вот надолго ли сохранится такая умеренная теплая погода, узнаем через неделю. Спасибо большое. На связи со студией был Иван Гордеев.